Здравия желаю. Значит, сейчас на улице похолодало, и мы проверяем бестопливную систему для отопления бесплатную и небольшого освещения. Но это, значит, применяется жестяной короб, лампа 60 ватт накаливания. Патрон, значит, как видите, зарядник показывает 72 вольта, зарядник показывает зеленый свет, это значит разбора тока нету. Счетчик тоже стоит, вот он, видно, красное. Разбора тока нету, а температура? Какая же температура в хате? 28 градусов. Хотя на улице сегодня довольно-таки прохладно. Еще, конечно, не зима, но довольно прохладно. А в хате 28. То есть все претензии, что это ерунда. Вот эту комнатушку я топлю. Главное, ребят, для отопления, чтобы оно, пусть небольшой мощности, но постоянно работало, чтобы сушить воздух, сушить и прогревать. Потому что когда влага большая, то окажется холодно. Но просушили ей воздух, допустим, влага будет, допустим, не более 50% влажности, а то есть 40%. Комнате, и вам будет тепло. Также это можно применить для освещения. То есть ее можно включать, и пусть она работает сутками. Вот для моей комнаты 30 кубов вполне хватает. Значит, применяю, это я показывал уже, применяю жестяной торшер такой, для безопасности, для увеличения, значит, отражения тепла. Лампа 60 ватт накаливания. Провод, который идет в зарядник. Это зарядник для электровелосипеда. В нем встроенный шим-контроллер, поэтому ни шима, ни реле тут не надо. Оно так распределяет ток, что подача примерно равна обратке, там плюс-минус, и поэтому все это уравновешивается, и расхода у нас нету. Активный, реактивный ток уравновешивается, расхода у нас нету. Поэтому можно применять. Далее. Схему этого устройства я еще раз нарисую. Кто не смотрел предыдущие ролики. Сейчас уже похолодало, и я показываю применение уже в практических действиях. Как видите, температура воздуха плюс 18 Цельсия. Плюс 18. Дальше. Схема этого устройства сейчас будет. Потому что ребята спрашивают схему. Хотя схема тут простая. Вот она. Выпрямитель. Для зарядки аккумуляторов литий-ионных в электровелосипедах. Я его не покупал, ребята. Я его не покупал в магазине. Я его купил на барахолке почти за даром. Потому что даже на Алиэкспресс они дорогие вообще-то. По 50 долларов. 2 ампера. Дальше. Кожух жестяной. С двумя вот такими. Здесь патрон. Здесь лампа 100 ватт.
100. 60 ватт, вру. 60 ватт. Температура поверхности здесь, колбы, 100 градусов. Что позволяет... И не надо никакого кулера, он сам разогревает вот здесь. Вот здесь разогревает, и значит, циркуляция идет, конвекция. Так. 0 ватт потребляем. Температура в комнате плюс 28. 28 плюс. То есть все работает. Никого не слушайте, они хотят от вас денег. Все будет нормально, никто не замерзнет. Ребята, будете меня слушать, зимой не замерзнете. А будете слушать рептилоидов. Вон сегодня я смотрел ролик в Англии, говорит, 35 тысяч, значит, стариков каждую зиму замерзают, только в одной в Англии. От того, что у них нечем платить за отопление. У них же нет центрального отопления. И у меня тут нет центрального. Но я не замерзну. Что и вам желаю. Спасибо за внимание. Всем здоровья и удачи.